вы видите зубные отложения до чистки, а потом, когда мы почистим зубки, уберем вот эти отложения, мы продемонстрируем вам видео после чистки. Они лежат на десне, раздражают десну, вызывают кровоточивость в деснах, воспалительные процессы в деснах, атрофию костной ткани вокруг корней зубов. Их надо вычищать один раз в полгода или хотя бы раз в год. И теперь эти же зубки снимаем после чистки зубных отложений. Вы видите, десна свободные, хотя еще присутствует небольшое воспаление, но оно топорудное пройдет само по себе, потому что не будет причины развивающего воспалительного процесса. Камни отсутствуют, зубки посветлели, побелели даже.